Так, мне необходимо снять воздушный фильтр для того, чтобы освободить головку для снятия. Отщелкиваем вот здесь вот такие защелочки вот. Ага. И нужно открутить плюсовой отверткой эти вот, скорее всего, саморезы, а может болтики. Сейчас посмотрим. Нет, саморезы. Саморезы открутил, защелки снял, снимаем. Опа-на! Вот здесь вот такая красота. Фильтр достаточно чистый, надо сказать. Вот так вот его. Так, здесь что у нас? А, здесь вот держится все это дело на болтах. Один, два, три с той стороны, четыре. Вот этот корпус воздушного фильтра, вон видите, сколько с грязи тут божья коровку засосала. Вот этот корпус воздушного фильтра, его открутить нужно болты, чтобы снять. Вот они, на 8. Откручиваем корпус воздушного фильтра. О, тут у меня головка на 10, а надо на 8. Не так-то просто открутить. Задний вот один не затянутый. Пришлось открутить все 4 болта. Думал, сначала 2 откручу, а потом остальные сдерну. А нифига, пока все 4 не открутил. Угу, там где-то вакуумный шланг держит. А вот оно. Вот он. Угу, вот он. Вот он. Так вот я его снял, отсюда не сдергивая, вот так вот раз, соединил эти, вот здесь вот внутри, и он выпал. Вот так вот. Не буду переворачивать над двигателем, потому что эту грязь надо высыпать. Вот он, воздушный фильтр. Сейчас я его соберу, чтобы он у меня не валялся и места не занимал. Аж на 3 части сам фильтр и корпус на 2. Фильтр собрал. Вот он, видите, там внутри фильтр. Корпус воздушного фильтра убрал. А вот эти болтики, которыми он крепился, вот один, два,
три. И вот он четвертый, чтобы не потерялись. Закручу на место их. О, я тут смотрю, дроссельные заслонки. Мусора море. Ну как? Ну как? Почему он туда вовнутрь не попал? Еще неизвестно.